Фион. Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Как вы уже догадались из названия, мы отправились в отпуск, поэтому беру вас вместе с нами в это небольшое автопутешествие. Мы уже приехали в гостиницу, сейчас регистрируемся, ну и дальше буду вам все показывать подробно. Поэтому, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть. Ну и перед отъездом наш холодильник был пуст, поэтому, как обычно, заказала на ужин продукты из магазина «Перекресток». Сейчас у нас с вами получилась телепортация в отпуск. Сейчас с вами буду делиться, все покажу, расскажу. Отпуск у нас случился такой спонтанный, непредсказуемый. Надо сказать, что чемоданы я собирала в день отъезда, а дети о нем узнали за пару часов до отъезда, вообще не знали. Нужно было срастить много моментов, и работу, и стройку, вот. Ну и как-то мы не знали, как вот сложится у нас поездка с Машей, потому что все равно она еще маленькая. Когда мы ездили с Лизой, ей был годик, вот мы вообще уехали из отпуска раньше срока, потому что, ну вот, может быть, конечно, первый ребенок, такая излишняя тревожность, она у нас ничего не ела, в общем, была ужасно капризная, отдых был не отдых. Вот, но решили ехать, потому что, конечно, в прошлом году мы никуда не ездили, Маша только родилась, вот, мне все равно там нельзя было ни купаться, ничего. Ну, а здесь дети просили, и вот мне сейчас случайно в браузере, знаете, выскочила реклама отеля. Алёша еще хотел очень поехать куда-нибудь на машине, он предлагал куда-нибудь недалеко, ему нравятся такие автопутешествия, скажем так. Увидела рекламу я этого отеля, понравился он мне, вот. Не знаю, моя эстетика, все мне здесь очень нравится, красивый отель, красивый номер, красивые локации, ну, отдыхаем здесь с огромнейшим удовольствием. Вот, мы находимся под Анапой, по-моему, это Витязев, если я правильно помню, и называется этот отель Фюнф. Очень классный, в общем, довольны. Мы покажу вам наше питание, покажу, как здесь кормят вообще. Шикарнейший стол, шикарнейший. Мы, кстати, брали полный пансион, завтрак, обед, ужин. Ну, можно вот только там, по-моему, завтраки брать. Но, знаете, там с детьми ходите, скатитесь, поесть, вообще не наша история. Поэтому взяли полный пансион. Ни разу вообще не пожалели, очень вкусно. Просто изобилие всего. Рум-тур тоже вам сейчас покажу. У нас двухкомнатный номер, вот, кстати, да, трое детей, и, конечно, стоимость отдыха, а не важно, куда вы поедете, просто, мне кажется, становится x2, потому что, ну, рассматривать номера можно только люксы и выше, да, чтобы разместиться всем. У нас здесь двухкомнатный номер с видом на море, вот. Что еще хотела вам сказать? Про дорогу хотела вам сказать. Вообще такой трафик, такой поток машин едет сюда, очень-очень много. Вот, дорогу я не снимала, потому что, ну, опять же, с детьми и с маленьким ребенком мне вообще было не до съемок, ну и плюс я хотела хотя бы неделю просто отдохнуть, я не вела никакие соцсети, ни телеграм, ничего, ничего не снимала, просто, знаете, хотелось отдохнуть от всего. Ну и потихоньку сейчас уже буду возвращаться в режим, соскучилась я по съемкам, по своей работе. Машулька, умничка, ну девочкам понятное дело попроще, ну как-то они, да, могут себя отвлечь уже, там, поиграть. Вот, но Машулька умничка, вела себя замечательно, в общем, хорошо мы сюда доехали. Останавливались мы в Ростове, приехали мы туда где-то в обед, часов 12.
Вот, отдохнули, поспали, сходили на набережную Ростова, погуляли. Ростов-на-Дону очень красивая набережная, но такая, конечно, жара. И опять же, у нас какая проблема была? До набережной мы дошли пешком. Вот. А потом возвращаться, конечно же, дети устали. Но вызвать такси, чтобы там было три детских автокресла, это что-то невероятное, что-то нереальное. Вот, пришлось нам пешком идти с набережной. Останавливались мы в той же гостинице, что и в прошлый раз, когда ездили в Крым. Тоже хорошая, поэтому не искали ничего нового. Вот так. Ладно, сейчас буду с вами делиться кадрами с отдыха, покажу питание в ресторане, покажу наш номер, покажу территорию. Ну, вот такие, в общем, зарисовочки. Надеюсь, вам будет интересно. Как вам и сказала, ожидания и реальность касательно этого отдыха совпали. Те красивые картинки, которые я увидела в рекламе, не подвели. И вживую мы увидели все то же самое. Классные здесь бассейны, подогреваемые. Дети с огромнейшим удовольствием там купались, да и мы сами ходили на море. Дети с удовольствием собирали ракушки, играли в песок. Ну, в общем, классное место для отдыха. Но единственное, что вот хочу сказать, что в этом отеле предусмотрен такой спокойный отдых, вечером здесь играет джазовая музыка, ну то есть нет какой-то, знаете, громкой кричащей анимации, вот то, что нам и нужно было, особенно с Машулькой, допустим, она у нас укладывается спать где-то в 9-10 вечера, ну и какая-то громкая, грохочущая музыка, анимация, мы для себя даже такое и не рассматривали. У нас был такой спокойный, семейный отпуск, который продолжается. Также здесь огромный спа-центр, по-моему, на 2 или на 3 этажа. Девочки у меня ходили с Лешей, там посещали разные сауны, хамамы, бассейны. Я тут даже не ходила, потому что такая жара стояла. Вот первую неделю, мне кажется, там было плюс 40 градусов, даже и, наверное, больше на солнышке. А вот во вторую неделю уже погода более-менее стабилизировалась, и было там плюс 30, плюс 33. Поэтому лично мне такую жару идти еще там в баню, в сауну совершенно не хотелось. Это я, признаюсь честно, вообще это не люблю. Мы с Машулькой кайфовали в бассейне на море. Пляж здесь отдельный, песчаный, хорошие лежаки, есть отдельные зоны, такие ракушки, беседки, их тоже можно арендовать. Нам, когда мы заселялись, сказали, что на пляже есть шведская линия, но я, если честно, не видела, может быть, мы ходили слишком рано, и она открывалась после того, как заканчивается завтрак в отеле. В общем, мы ее не видели и ей не пользовались, но, наверное, на есть, раз нас перед заселением предупредили о ней. Банан будешь? Банан. Нет. Давай банан. А мама? Не будешь? Вот, на банан. А еще смотри, что у нас. Ладно, на.
повод пропускать тренировки, тем более, когда ты тренируешься на платформе FitStars, ведь она всегда со мной. Огромный выбор разных тренировок, великолепные тренеры, которые всегда подскажут, как правильно выполнить то или иное упражнение. Это целая экосистема, где есть и рецепты, и разные курсы полезные. Поэтому, девчата, если вы еще не приобрели подписку, обязательно это делайте. Тем более, что по моему промокоду Гурьяна вы получите скидку в 70%. Посмотрите, какая цена, и я занимаюсь по тарифу без лимит. Ну и по традиции, за тренировки на платформе FitStars вы можете получить умные весы Peacock, посадить дерево или сертификат до 5000 рублей. Ссылочку на платформу и свой промокод ищите в описании. Давайте вам проведу рум-тур. В общем, входим в номер. И сейчас вам буду все показывать. У нас номер двухкомнатный, но по-другому, естественно, впятером мы просто не сможем разместиться. Входим, значит, здесь такая прихожая. Сразу хочу сказать, что мне очень-очень понравился номер. Много места для хранения, для того, чтобы дети играли, бегали. Очень удобно. Ну, здесь все стандартно. Шкафчики. Мне нравится, что все шкафчики с подсветкой. Есть гладильная доска, есть утюг. Здесь стоит наш автомобильный холодильник, который, кстати, вообще оказался бесполезным, потому что от сети он работает, а именно разъем, который предполагает подключение в машине, он оказался нерабочим. Поэтому просто занимал место и абсолютно не холодил. Как-то заранее не проверили ничего. И вот по факту, что имеем, то имеем. Ну, здесь у нас обычные полочки. Вот так. А здесь тоже места для хранения. В общем, знаете, задействован каждый сантиметр. А сейчас вам покажу. Вот здесь вот такие вот маленькие полочки. Это тут у нас у Маши игрушки. Ей нравится, она открывает, играет. Здесь тоже, видите? В общем, задействовано абсолютно все. Ну и тут вот дети ходят на мастер-классы разные, тут и мыло варили, рисовали, и браслеты какие-то делали. В общем, у них здесь все вот хранится, заберем с собой. Это Машулькина ведерочка, заказывала, я не помню, показывала вам или нет. Мы с ним ходим как раз-таки к бассейну, на пляж играть, оно силиконовое. Лопатка, формочки. Заказывала на Валберес, очень классная. И вот эта сумочка пляжная тоже с Валберес. Понравилась она мне. Большая, вместительная. Смотрите, тут еще вот такая косметичка идет. В общем, классная сумка. Вот. Артикулы подпишу, думаю вам. Это то, с чем мы ходим на пляж, поэтому сразу здесь лежит. Дальше вот такая комната, здесь у девочек диван, они здесь спят. Конечно, хотелось бы показать, знаете, вам рум-тур, когда мы только-только заехали, когда, соответственно, и диван был убран, но это нереально, потому что, ну, трое детей, и у дороги уже, конечно, мы устали. Вообще, очень мне нравятся здесь детали, все красиво, все красивенькое, вот так. Там у нас большая терраса, чуть попозже выйдем, покажу. Два телевизора у девочек в комнате, здесь вот они. Дальше здесь такая большая столешница, вот тут какие-то Машины тарелочки, ложечки, это то, с чем мы ходим в ресторан. Но я просто перекладываю в свою посуду, поильник ее, Леша там работает. В прихожей большое зеркало, и здесь у нас первая ванная комната. Это ванная комната девчонок. Вот здесь тоже зеркало, раковина, в общем-то, унитаз. И вот здесь у них находится душевая, но уж не буду открывать. Ну, в общем, удобно. Мы друг другу никак вообще не мешаем и не беспокоим, потому что, ну, Машулька на дневной сон спит в номере. Ну, соответственно, мы просто закрываем дверь, и все. И девчонки здесь сами по себе тоже играют, проводят время. А это уже наша спальня. Вот большая кровать. А Машульке принесли вот такую вот кроватку. Но она в ней не спит, потому что, ну, она привыкла спать с нами. У нас тоже есть выход на террасу, покажу вам его. Здесь большой телевизор, есть кресло. Ну, в общем, все-все-все для комфортного отдыха. Сейчас вам покажу еще с этого ракурса. Здесь по сторонам гардероб.
Вот, и там дальше большая ванная комната. Сейчас я вам тоже покажу. Мне очень нравится, что здесь шкафы с подсветкой. Вот, открываешь, и сразу все подсвечено, все видно. Вот за такой раздвижной дверкой находится наш санузел. Двойные раковины. Ну, конечно же, когда едешь с детьми, как беспятного водителя, показывала вам его, взяла с собой, потому что щеточкой. И вообще, пока не подводит, справляется. А вот это вот средство для купания, Машульки брала, пользуюсь им, классное. И вот, спасаемся таким алоэ вера, потому что у меня у Лёши кожа нежная, у Лизульки. И помимо SPF защиты, потом еще увлажняем вот такими средствами. Взяла свой фен. А здесь есть фены, но они вообще мне не нравятся, они работают, пока там зажата кнопка, поэтому мы со своим. Вот, ну а такой косметикой, которой здесь мы пользуемся, не только свои, шампунь и кондиционер. Здесь, соответственно, у нас унитаз, ванна и здесь уже душевая, вот такая вот. Вот так. Так, ну и давайте я вам сейчас покажу нашу террасу, вид красивый с нее. Удобно, что выход на террасу есть как с нашей спальни, так и с детской. Я надеюсь, что меня слышно, потому что шум от бассейна. А здесь такой столик, 4 стульчика, то, что нам нужно. А здесь у нас сушилка, и вот тут такая зона, в общем, можно позагорать. Стоит шезлонг. Ну и вид на комплекс. Там вид на море, а пляж, вот там вот он виднеется. Но детей, в общем, не загнать на пляж, поэтому большую часть времени проводим у бассейна. Ну, еще вам покажу вечерние кадры с нашего отдыха. Очень мне понравился отель, и вот, знаете, с огромнейшим удовольствием снимала просто каждая локация. Вот сердечко, как говорится, очень мне понравилось. А вечером здесь для детей, для взрослых показывают фильмы. Все это смотрится в наушниках, поэтому какого-то лишнего шума, дискомфорта это не доставляет. И вот вечером мы просто выходили на прогулку. Мы даже не ездили никуда ни в город, потому что, повторюсь, очень жарко. И здесь такой трафик, такие пробки, ну что совершенно не хотелось нам с детьми куда-то поехать. Вот если бы, возможно, мы были только со старшими детьми или вдвоем, мы, возможно, поехали бы на винодельни, потому что они тоже здесь есть, очень красивые, но с маленькой Машулькой не хотелось нам никуда тащиться, тем более в жару. Ну и покажу вам шведскую линию. Здесь снимаю завтрак. Ну, в основном меняются только горячие блюда. На завтрак, соответственно, здесь яйца, сосиски, бекон, разные каши, разные крупы, гарниры, пирожки, сосиски в тесте, вареники, вафли. Ну, в общем, изобилие всего вы посмотрите. Когда же обед и ужин, то вот убираются такие блюда, да, которые характерны для завтрака, добавляются суши, там обычно ставят либо большую рыбу, либо там баранью ногу, рульку, еще что-то там, гуся, допустим.
как такое основное горячее блюдо, ну и там дальше на ваш вкус и свинина, и курица, и котлеты, и говядина, и баранина, и рыба. В общем, каждый найдет по своему вкусу. Мне больше всего нравился детский стол. Здесь есть отдельный детский стол. Там тоже, в общем-то, еда, которая понятна и любят детки. Много овощей, фруктов, разные молочки, десерты. Вот вечером вывозят трехъярусный огромный торт. Помимо десертов, которые есть порционные, вот такой торт тоже можно отведать вечером. И каждый раз он разный. Дети, конечно же, были в восторге от шоколадного фонтана. Ну, в общем-то, посмотрите кадры, я поснимала для вас. На мой взгляд, шведская линия шикарная, очень вкусная. То есть, помимо того, что большое разнообразие, еще это все очень-очень вкусно.
Девчата, огромнейшее спасибо, что провели этот отпускной влог вместе с нами. Обязательно подписывайтесь на мой канал, поддерживайте меня пальчиком вверх, оставляйте ваши комментарии. Но мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока!